По традиции район-победитель соревнования среди лучших рисосеющих районов Кубани принимает краевой праздник урожая. В этом году лучшим стал Славянский район. На праздник «Урожай риса 2014» съехались главы районов, руководители предприятий лидеров, передовики производства со всего Краснодарского края. С подробностями Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Рисовые чеки, расположенные вдоль дорог, сегодня пустые и ухожены. Земля, давшая хороший урожай, отдыхает, а рисоводы, потрудившиеся на славу, отмечают заслуженный праздник. Ведь каждый из них внес свой вклад в урожай 2014 года. Уже дважды, в 2012 и в нынешнем году, край получил по 930 тысяч тонн белого золота. Нынче, кстати, достигнута его рекордная урожайность – более 71 центнера с гектара. Но есть хозяйства, и их немало, которые взяли с гектара и 76, и 84, а где и того больше центнеров риса. Среди них славянская агрофирма «Приволье» – урожайность 83 центнера с гектара. Цифры, которые еще несколько десятилетий назад казались нереальными. А все благодаря упорному труду тружеников и новой современной техники, считает главный агроном рисосеющего хозяйства Анатолий Костюк. Ну, изменилось, конечно, очень все. Сильно изменилось, потому что новая техника, исключили ручной труд, в основном механизированный. Новые технологии появились. Мощная техника, которая может убирать рис, любой урожай, до 120-130 центнеров. Подводить итоги жатвы представители сельскохозяйственной отрасли приехали в Славянский район, который является лидером по уборке белого золота. С уборочной площади более 44 тысяч гектар у нас собрано свыше 321 тонны риса. С самого раннего утра на Театральной площади было празднично. В этот день в нашем городе свой рабочий день провел губернатор Кубани Александр Ткачев. После объезда по социальным объектам он прибыл на главную площадь города, где начался праздник урожая. Глава региона заглянул в импровизированные подводы. Посетил выставку товаров ведущих славянских производителей. Здесь были соленья, мед, рыба, фрукты, молочные и хлебобулочные изделия. Радушно встречали хозяева торжества делегации и из других муниципалитетов. Приехала делегация и из соседнего Красноармейского района, наши постоянные соперники. В принципе, урожай действительно достойный, вот заканчивается сельскохозяйственное достойно, и, в общем-то, сегодняшний праздник – венец этому делу. Поэтому вот я всех пользуюсь случаем, всех растеневодов, всех, кто занимается, в том числе и производством риса, поздравляю с днем урожая. И суть даже не важно, что кто-то больше, кто-то чуть меньше, а суть в том, что все получили в этом году достойный урожай, на него есть достойная цена, соответственно, будет достойная оплата и достойное развитие наших сельскохозяйственных предприятий Кубани, которые занимаются производством риса. 2014 год сложился, в принципе, неплохой для нас. Валовый сбор составил 347 тысяч тонн, урожайный составил 72,4 центнера за гектара. Это с прошлым годом у нас 70 тысяч с плюсом, с работами. Ну, вот, в принципе, результат очень хороший. В числе лидирующих районов по результатам уборочной страды риса – Калининский. В этом году они на третьем месте. Ну, у нас у рисоводов всегда определенные трудности есть. Ну, главная трудность в этом году была не уборка урожая, осень благоприятствовала уборке урожая, а весна, конечно, май, июнь холодный. Были определенные риски. Ну, все это мы преодолели за счет грамотной политики, сортовой политики. Ну, добились такого результата. Вот и наступил тот день, когда кубанские аграрии могут перевести дух, утереть трудовой пот. Ведь сельскохозяйственный марафон продолжается круглый год. Труд хлебороба – это не профессия, а настоящее призвание. Как никто другой, это знает герой труда Кубани, руководитель предприятия «Правобережный» Темрюкского района Людмила Максименко. 39 лет она трудится на благо агрофирмы и свою работу считает смыслом жизни. Секрет один – надо любить свое дело, делать то дело, которое тебе нравится, и стремиться работать, работать и работать. Во-первых, любить тех людей, которые тебя окружают. Все, вот все, будем говорить, все дела, все успехи заключаются в любви, вот, будем говорить, к делу, к людям, к жизни, по отношению к родине. Много, это все должно, вот именно человек, когда относится добросовестно и с любовью ко всему к этому, он всегда будет успешным.
Несмотря на сложный год, трудные погодные условия, дружная команда Кубани собрала рекордный урожай. Труженики полей в очередной раз доказали, что никто в России не умеет так работать на земле и выращивать такой богатый урожай. За шаг до мечты урожая риса в 1 миллион тонн оказались кубанские аграрии в этом году. С этим достижением их поздравил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Я хочу отметить, что в то же время, как всегда, по-тихому, очень четко, профессионально все сработали, как один часовой механизм, как одна большая, дружная кубанская семья, команда. И я хочу от имени всей 5-миллионной Кубани поздравить вас с этим замечательным событием. И мы все знаем, мы все чтим, мы все восторгаемся вашим победам. И, конечно, в этот день я не смог не приехать для того, чтобы всех вас и каждого поздравить с этой победой. Спасибо вам за ваш труд. В этот торжественный день минута славы наступила для каждого отличника жатвы. Лучшим мелиоратором, механизатором, поливальщиком, водителем, руководителем предприятий лидеров и главам районов губернатор Кубани вручил почетные грамоты, благодарности и денежные премии. Глава Славянского района Роман Синеговский из рук губернатора получил награду за победу среди муниципалитетов по сбору урожая риса. Среди награжденных лучшие предприятия Славянского района, достигшие наивысших показателей среди рисосеющих хозяйств, агрофирма «Приволье». О том, какими усилиями они добились столь хороших результатов, рассказал директор агрофирмы Сергей Логошин. Плодотворный, постоянный труд всего коллектива. Да, это новые технологии, да, это техническое перевооружение, да, это сортозамещение, работа с элитными семенами, с наукой. То есть не успокаиваемся, но и, скорее всего, кроме человеческого фактора, есть еще погодные условия. И Бога гневить не будем, Он дал нам хороший урожай. Рисоводы Краснодарского края, как правило, скромны и о своих успехах хвастать не любят. Говорят, работают не ради рекордов, а чтобы у всей страны на столе был кубанский рис. И это не высокие слова, как отметил Александр Ткачев. Ведь факт остается фактом. 80% всего российского риса в стране обеспечивает Кубань. Кубанские аграрии в очередной раз доказали, что наш край не только здравница и жемчужина России, казачий и песенный край, но и житница, кормилица страны. Мы сильные духом. Мы умеем хорошо трудиться. Мы умеем, это показала история, что защищать свою родину. Никакие санкции нас просто так не испугать и не взять. Мы уверены, будем еще сильнее, еще могущественнее. Мы пройдем через эти испытания вместе с нашим президентом. И обязательно победим во имя России, во имя нашей славной Кубани. В каждом колоске бесценного урожая титанический труд, нечеловеческое терпение и частица души каждого труженика. А еще это победа науки и современных технологий. И можно без преувеличения сказать, что сельское хозяйство Кубани – самое передовое в стране. Надежда Неткачева, Тина Копачевская, Александр Косицын, Сергей Тимовский, Георгий Калинин. Программа «События».